Привет, с вами Марки28, и я сегодня вам покажу, что можно брать в кар-симулятор за вот эти кредиты. Вот смотрите, вот берите вот этот автобус Аврора, гелик не берите, вот эти все остальные не берите, только Веста и автобус Аврора. Сейчас давайте Веста, это настоящая суета на воде. Вот смотрите, салон так себе. Смотрите, я могу вот так вот сделать. Камеру вот эту. Так. Другие машины так не могут дергаться. Так, опа. Короче, Веста за свои деньги топ. И давайте посмотрим вот этот Аврора. Я его уже смотрел, они вообще... Вот эти два грузовика. Немножко, как вы видите, он немножко не сформирован, в смысле, текстура неправильная. Но вам он очень понравится. Вроде он, это и так и называется. Но простите, это что это? Может, так и Аврора называется, этот автобус? А мне кажется, он в кузове. Видели задние фары? Он в кузове этого, как он? Он в кузове... Ну, сзади вот эта фара. Дрифт тоже можно делать. И на нем как-то удобно вот. Едешь. У меня ломка, короче. Потому что вам нравятся короткие видео. Я, наверное, буду заканчивать. Меня зовут Марки28, и всем пока.